Без него невозможно поступить в институт, устроиться на работу, купить билет на поезд или самолет. Главный документ каждого гражданина – российский паспорт – обычно выдают в многофункциональном центре, но некоторым юношам и девушкам выпала возможность получить его в здании администрации Ленинского городского округа. Я поздравляю вас, ребята, и с большой радостью и даже честью сегодня буду вручать вам этот документ гражданина Российской Федерации. Получение паспорта в 14 лет не просто формальность. Теперь ребята при желании могут официально устроиться на легкую работу, открыть счет в банке. Но помимо прав появляются и обязанности. Отныне за свои действия перед государством подростки несут ответственность сами. Для Макара Фокина получение паспорта – большое событие в жизни. Молодой человек признается, что сегодня почувствовал себя взрослым. Готовился к этому, а так, когда расписывался уже в паспорте, было очень страшно, руки тряслись. Долго придумал подпись? День, где-то так. Я думаю, что он какие-то там себе сделал отметки в голове, что надо быть взрослым уже, становится. Детство заканчивается, становится такой период ответственный. Поэтому поздравляю тебя, сынок. Еще школьники, но уже полноправные граждане страны. С получением паспорта для них начинается новая жизнь, которую многие из них встретят вечером за праздничным чаепитием. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.